Всем привет, ребята. Мы собираем двухъярусную кровать. Вот так она вся выглядит. Начинаем с того, что прибиваем ножки для кровати, на чем она будет стоять, чтобы можно было спокойно перемещать по полу, не поцарапав его. Ребят, если что, вот тут есть такая инструкция по сборке. Видите, прибить подпятники гвоздями, потом прикручиваем поперечный и собираем нижний ортопед. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. В общем, все кладут в четком количестве, ничего лишнего не добавляют. Вот, собственно говоря, сам рисунок номер один. Тут название, наименование, что входит, шурупы и как их собирать. Что у нас было в комплекте? Угу. Необходимый инструмент. Посмотрите, отвертка крестовая, плоская, евроключ, молоток, электродрель, уровень и рулетка. Так, выдвижные ящики установить после сборки всего изделия. Рекомендуемая высота матраса не более 12 сантиметров. Рекомендованная нагрузка на спальное место не более 50 килограммов. Срок службы зависит от качества сборки. В общем, в принципе, будет выглядеть вот так. Это модульная система Бриз, кровать 5, если что. Если будете искать где-то там что-то, инструкцию в интернете или по сборке. Особо нету. Ну вот я надеюсь сделать для вас видео, чтобы вы могли самостоятельно собрать. 4 на 30. Так, смотрите, ребята, вначале мы что делали? Мы соединяли спинку вот эту дальнюю с поперечинами. Затем мы взяли левую спинку, вот эту большую, и к ней прикрутили еще одну поперечную. Вот на ней на самой дырок нету. Вы просто берете шуруп 4х30 и вкручиваете. В итоге у вас получится вот такая как бы конструкция, да? Удобнее всего вначале вот эту левую боковую спинку прикрутить вот к задней, а потом вот уже эту оставшуюся поперечину тоже прикрутить. Теперь мы собираем нижний ортопед. Смотрите, вот эти дырки, они должны подходить вот сюда. Сюда? Как бы, да? Сюда. И вот здесь остаются такие тоже дырки сбоку под шкантет. Такие металлические, такой, не знаю, брусок. Ну, поймете, наверное. Как выглядят шканты, они вставляются вот сюда, вот в эти дырочки. Вставляете в шканты второй вот этот ортопед, или как он называется? Да, ортопед правый, ортопед левый. Это дырочки сюда, да? Сейчас вот сюда. Да, это сюда. Вот так. Затем прикручиваете правую боковушку. Вот так. Мы берем стяжку на 20 сантиметров и вставляем шканты вот в эти отверстия. Два. Тебе лишь бы видео тихо снимать. Да придется переснимать сейчас. Штоки эксцентрики вставляем в стяжку. Теперь прикручиваем их сбоку стяжку. Затем нужно прикрутить задние стенки. Смотрите, они вот задние стенки, у них есть дырочки по бокам, да, которые к боковушкам наши идут. Вот, да, вот здесь тоже дырочки есть. А которая в центре идет, они, видите, дырок нет. И по бокам их нужно прикрутить. Затем в задние стенки также вставляем шканты и эксцентрики. Затем мы уронили, получается, весь модуль, чтобы прикрутить верхний ортопед. Он очень тяжелый, и на весу крутить его было бы достаточно сложно. И закручиваем теперь, получается, боковушки. Ну, в общем, вот так вот выглядит, когда второй ортопед прикрутишь с боков и по задней стенке.
В переднюю стяжку вставляем опять такие чопики. Вставляете и прикручиваете боковушки. Сборка лестницы. Прикрутить фаланцик к боковинам лестницы. Вставляем трубы и закручиваем ключом. Так, скрепляем лестницу со стяжкой. Я вот шурупом. Скрепить лестницу со стяжками евро-шурупами. Полка. Угу. Изнутри нам нужно прикрепить вот такие рейки. Сами держим, здесь только дырки высверлены. И шурупами 4х30 прикрепляем. И что туда? Затем притянуть ортопед вот к прикрученным планкам шурупами. Давай. Делать боковую спинку. Может показаться, что тут нет дырок. На самом деле они есть. Видите, такие вдавления. Вот. Убираем ящики.